Доброго дня, доброго вечера. Кто в какое время меня смотрит? Перед Новым годом нужно было кое-что прикупить в метро. Мы с Тимошей решили прогуляться по новогодним игрушкам. Смотрите, какие классные здесь игрушки. Хрустальные, стрекозки. Ну, вообще, самые лучшие игрушки, какие я видела перед Новым годом, я снимала вам в нескольких магазинах. И в метро самые красивые, самые лучшие новогодние украшения, новогодние игрушки, самые стильные. Мне понравились больше всего. По ценам, кстати, тоже примерно так же, как везде. Делает вот такие подарки на Новый год, вот таких гномиков. Еще будет ручка вот здесь. И у ручки будет вот такая варежка. Вот он такие варежки уже нашил. Ой. Так, вот тут еще два гномика. Это нитки для бороды. Это колпачки. Тут два носика приготовленных. И будет три таких гномика, три подарочка. Гномики, как вам? Красота?
подарки для Ани, для бабушки. Тимошка сам сделал эти гномов. Анюта свои подарочки открывает. Анютка заехала перед Новым годом, завезла нам собачку, и мы друг друга решили, решили друг другу подарить подарки. Что же там интересное такое? Блин, так жалко. Да ладно, так жалко-то. Пойдите потом поможете, и все, господи. Подарок же. Его и так и надо. Он сейчас, говорит, разрывай его. Открывай. Не бойся. Да открывай. Это нам варежечки на кухоньку, наверное. Гель. Я думала, гель для души, а это для души. Гель для души? Да, это гель. Тебе варежки на кухню, Димке подушку, думочку, чтобы лежал на диванчике. А, это ты, чтобы лежала, я буду на кухне готовить. Душек примите, одна на кухню. Спасибо большое. Спасибо, Димочка, очень приятно. А что это? Вы сами, что ли? Конечно. А, гнома, да. Руки. Надо подшить шапочку. Нет, уже. Ну да, то раскладываем. Наклеим горячий. Это очень. Нет, это все пришито. Ты что, ребенок шил все своими ручоночками. Вручную колпачок. Но... Как носик это Тедди вручную. Вот Тедди подарочек. Как раз для него. Тедди не пере. Ну, Тедди мы тут. Он стащил колбасу. Да? Импровизированный столик у нас на двух табуреточках. Маша, открывай ты свой подарок. Открывай бегом. Бабушка тоже не открыла. Бабушка, открывай тоже подарок свой. Бабушка, посмотри, какой у тебя замечательный подарок. Открой. Это бабушке мы хотим подарить подарочек. А тебе надо. Бабушка, разрывай, не буду, не стесняйся. Ты любишь у нас такие штучки, куда можно что-то сложить, потом там что-то посадить. Вот это многофункциональный ящичек, на самом деле. Ты туда потом все сможешь. Дело пригодится у тебя, и досочка тебе. Конфеты тебе тоже надо сейчас есть, потому что ты мне тогда сказала, что у тебя сахар. Посмотрите, Тимоша, какой подарок. Я конфетам купила. Кенгуруми. Класс еще. Все, фильм. Бабушка, ты свой подарок открывай. Спасибо, ребятки. Бабушка, отдайте, я уже думала на гостей. Ой, батюшки мои. Это тоже Тимоша шил. Почти, Тимоша был дизайнером. Наряжусь я скоро. Ой, сейчас, да, вы думали, как. Ой, какая вишка, как красота. Аня такая, хоп-хоп-хоп, может мне приодеть? Ничего страшного, это все убирается. Можешь бабушка нарядиться, будешь нарядная бабушка. Так, ну вам, дорогие мои Деды Морозы, подарили нам подарков. Теперь ваша очередь получать подарки. Тимошечка, я тебя хочу поздравить с Новым годом. Я тебя очень сильно люблю. Ты у меня уже такой стал большой. Ты уже с меня ростом почти. Мы с Димой тебя поздравляем. Хотим, чтобы ты учился хорошо, маму слушался, Аню тоже. Звони мне почаще, видишь, у тебя сестра занята, звонить часто не может, звони мне сам. Всем говорю, звоните мне сами. Вот. Мы тебя очень любим. Эй, поздравляем тебя с Новым годом. Ты этот подарочек вроде как хотел, ну проверь. Дедушка Мороз, я же тебе говорила, это не я сегодня, Дедушка Мороз. Посмотри. Еще даже не видно, что я там. Понял, что. Я. Это так. Это так. Сладкий подарочек.
Самый дорогой. Ты хоть посмотри, я буду так. Да смотри, что это? Даже мобиль. Покажи. Покажи. Только думаешь, их надо будет проверить обязательно. Ты там все посмотри, включи. Я не проверяла, я что-то уже ничего не понимаю в этих вещах. Я походу постарела, да. Ты проверь, если все работает, то если даже нет, то не переживай, мы поменяем. Все. Мамочка моя дорогая. Можно уже без видео? Будут душевные слова, я буду фоткать. Я ставлю себе на долгую память. Потом будет мне лет 70, буду мам, пересматривать и плакать. Нет еще. Смотри. Мамочка моя, дорогая, любимая. Я тебя очень сильно люблю, очень сильно ценю. Мы с Димой тебе благодарны, ты много нам вообще, в принципе, помогаешь и морально, и материально. Да, ты помогаешь нам вообще с переездом, нам помогла практически все, что у нас в доме стоит. Это все, вот, пожалуйста, отсюда. Вообще, я... У меня было так много слов, и все они вылетели из головы. Я тебе из года в год говорю, что ты у меня большая молодец, и все получится. Этот год был сложный для всех, но он отсюда не будет. Будет и у тебя, и у меня все хорошо. Мы всех победим. Да. Наши всегда побеждают, доча. Теперь я буду, ты мою ласточку, ты моя солнышко, ты моя ласточку, ты моя ягодка. Вот, и потом, я тебя очень ценю, хочу, чтобы ты у меня, ну, во-первых, мерси, спасибо, что ты есть. Вот, я знаю, что тебе это нужно, и в работе тебе это тоже пригодится. Я тебе дарю такой сертификат, чтобы ты могла себе приобрести важную вещь. Ту, которую ты хочешь, да. Спасибо. С хорошей оправой, и чтобы у тебя зрение исправилось. О-о-о! Ты что, обалдела? Там хорошие, ты можешь себе выбрать красивые модные очки. Спасибо. Я очень славлю. С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С новым счастьем! С новым счастьем! С Новым годом! На руках молчи. Этот судик хуйня, сними его. Нас угостили кроликом, мы запекли его на горячее. Всем пока, всех с Новым годом, желаю всем счастья в новом.